Всем привет, дорогие друзья, с вами Вечный Блогер, и сегодня мы будем чинить мотоцикл. Вот эту малышку. А вон еще одна малышка. В общем, нам надо сделать проводку, бак. Кстати, да, я постригся. Я отрастил. Обычно это делал он. Забрал мою традицию собакой. А, в общем, это такой внеплановый видос. В принципе, мы давно уже не снимали. Кстати, камера новая, классная. Но сейчас в 1080 снимаем, потому что 4К нахуй никому не надо. Да, вот так вот. И, в общем, наблюдайте за процессом. Будет таймлапс такой небольшой, как мы страдаем херней. Просто делаем всякую херню. И, в общем, да, сейчас там вообще все проводки не есть, а там вообще не работает ничего. Вообще ничего на нем нету. Ну, это такая. Зато прет. А, версия. Короче, вот эта вот херня светилась. Вот эта приборка, вот это все светилось. Ну, естественно, свет был. А потом, как сказал Алексей, гуси съели всю проводку. Теперь надо все настраивать, переделывать опять заново. Это жесть. Вы просто посмотрите. Это без. Бесконечное число пройденного времени мы разобрались со светом, собрали. Вот такая вот машина, вот такой вот аппарат ко мне этот прицепился. Вот так вот. На камеру не так. На камеру, естественно, не так, потому что сейчас темно еще. Какой вот аппарат. Пушка. Косички. И, в общем-то, первая часть подошла к концу. Тут пес. Так. На ногу наступил. Пес, уйди.
С вами были мы, как всегда, вечные блогеры. Это, получается, первая часть, наверное. Может быть, будет вторая, скорее всего, нет. Может, и будет. А может, даже этого не будет. А может, и этого не будет, кто знает. В общем, всем удачи, всем пока.